В эфире канал «Стройгарант Анапа». Здравствуйте! И мы продолжаем обзоры домов самых актуальных, самых интересных проектов, которые имеются на сегодняшний день. Кстати, мы находимся в Тюмрике. Это жилой комплекс «Азовский». Чем же он привлекательный? Знаете, здесь до моря, можно сказать, рукой подать. И сам Тюмрюк тоже город интересный. Об этом мы видели во многих наших обзорах. Ну что ж, фасад у нас стандартный для данного жилого комплекса. Баумит, далее утеплитель Минвата 50 мм, терраса достаточно большая, 22,5 квадратных метра, но пойдемте в дом. Кухня-гостиная, самое большое место в доме, 25 квадратных метров. И здесь, знаете, сразу хочется обратить внимание на дизайн. Это светлая ламинация, напомню, это 34 класс, самый высокий класс, который только может быть. Но и обратим внимание на обои, вот их текстура, их рельеф придает, мне кажется, дополнительный объем. Ну, я не знаю, как это видно на камере, но визуально это именно так. И отдел кухни. Кухня – это плитка, это теплый пол, раковина предусмотрена в угловой зоне. Ну, я не знаю, как поставит ее хозяйка. Рекомендует ее ставить не в угол, а именно, чтобы она была вдоль. Ну, это такая рекомендация специалистов. Касаемо коммуникации, они тоже все в лучших традициях нашей компании. То есть это достаточно большое количество розеток. Уже есть вывод под вентилятор. Ну и уже, дорогие друзья, здесь есть система отопления. И напомню, что управление теплым полом тоже находится именно в этом месте. Кухня-гостиная, безусловно, это потрясающее большое место и помещение, но обо всем по порядку. Санузел, то есть уборная, 6,2 квадратных метра. Это достаточно пространства для того, чтобы расположить, ну, абсолютно все, даже ванную здесь можно поставить. Цвет, конечно же, впечатляет. Вот эти вот тона, оттенки, в какой-то мере они по-своему прекрасны. Но вот такое решение было принято нашими дизайнерами. Ну и окно, конечно же, сделано такое специальное, чтобы никто ничего не видел, не подглядывал, не подсматривал. И проверим, есть ли там москитная сетка, которая идет сюда в комплекте дома. Да, вот она есть, здесь на месте находится. Здесь все в порядке, как и, надеюсь, или даже уверена, в других комнатах, а это две спальные комнаты и достаточно большие просторные. Самая большая спальня 16 квадратных метров, светлая, просторная. И опять обратим внимание на дизайнерское решение. Интересный вид обоев, тоже пространство, они такие текстурные, приятные на ощупь. Как обычно, ни единого стыка, розеточки, выход под телевизор. Достаточно большой радиатор, которого хватит, чтобы эта комната сохраняла тепло. Большое окно. Есть розетка под сплит-систему. Ну, в общем, скажу так, а комната укомплектована. Также здесь используется ламинат. Ну и вторая комната, она немножечко поменьше. 11,9, ну смело можно сказать, 12 квадратных метров. Здесь мы видим обои уже другие. Ну, наши дизайнеры, безусловно, молодцы, потому что все гармонирует, все сочетается. Ой, отмечу вот это мой любимый момент, что ни единого стыка. Я не знаю, как это делают наши специалисты, но в одном из выпусков наших программ мы об этом обязательно узнаем. И, внимание, внимание на двери, дорогие друзья, они тоже подобраны здесь не случайно. Тоже текстурные, тоже красивые, потому что они сочетаются, вот все какой-то гармонии. Как они это делают, не знаю. Ну, для этого люди учатся, для этого они специалисты. И еще один момент, это натяжной потолок, тоже классика, но он имеется в каждом проекте, каждый домов компании «Стройгарант Анапа». Прихожая, 4 квадратных метра, теплый пол обязательно. Ну и есть место, чтобы установить здесь шкаф или другие дополнительные приборы, которые здесь могут быть. Но отмечу, что дом в целом достаточно светлый, просторный, везде разные обои. И это дает какого-то погружения в уют и комфорт. Вот такой вот дом, дорогие друзья, находится в свободной продаже в жилом комплексе «Азовский», город Тюмрюк. И, кстати, цена этого дома находится в описании сразу под видео, так что внимательно читайте. Ну а на сегодня это все. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, пока!